комиссии. А мне пришлось сегодня начать сотрудников вчера и сотрудников сегодня, сотрудников ВЭП отправлять, чтобы изымать документы. Понимаете, чтобы разобраться вот, по большому счету в ситуации. Если мы разбираемся все вместе, значит, давайте все вместе, значит, принимаем решение какое-то, потом их не контролируем. Вот сегодня, я думаю, наверное, нужно было сегодня как раз, если мы неделю назад собирались. Почему сегодня поставить вопрос, что сделано на сегодняшний день после того, как мы собрались? Какие решения приняты? Вот здесь все. И неделю тоже посидели, туда не выехали. Взаимодействие каким-то образом, только сегодня, оказывается, мы налаживаем для того, чтобы выехать. Вот в чем момент. Понимаете, не платим и не хотим взаимодействовать. Ну так же нельзя, кто нас будет, кто нас там вообще, мы там никому не нужны. Нас, и у них есть рычаг, вот и все. А за рычагом вот люди, которые сейчас без тепла сидят на горячей воды. Поэтому пока Юрия Андреевича нет, он сегодня вот, после нашего вчерашнего совещания, проведенного у меня между, вместе с сотрудниками Межрегионгаза, которые сюда приезжают, вот только сегодня выехал. Понимаете? Поэтому мы вопрос держим под контролем и разберемся в рамках процессуальной проверки сегодня, которая проводится, изъятие документов проходит. Поэтому мы разберемся, в чем все-таки причина. То, что она называет там причиной, претензионная силовая работа слабая проводится, то, что там не совсем правильные, не совсем вовремя возле учета поставлены, я думаю, это не все, что, в чем, как говорится, кроется вот, все эти проблемы. Поэтому, ну, по крайней мере, я хотел бы вам сказать, что по нашим искам на вчерашний день, после составления двух протоколов в отношении сотрудников Межрегионгаза и предупреждения по статье 315, их все-таки подключили. А то, что Дмитрий Викторович говорит, что сейчас там технически не по, действительно так и есть, мы с ними вчера этот вопрос обговаривали. Но я думаю, как они говорят, и как Сутюг будет зависеть от МУБа, тепловые сети и горгаза, насколько быстро и эффективно они сработают для того, чтобы устранить чисто технические неполадки. Надеюсь, что это...